Всем привет, друзья. Ой, погода у нас кошмарная. Лед просто под ногами. На улице где-то 0-1. Дождь был. Ой, скользко, ужасно. Там, в инстаграме посмотрели, в группах тамбовских куча аварий на трассах. Ну вот, в травмпунктах, наверное, сегодня тоже весело. Но сосед набрал, говорят, есть отходы в соседнем селе, как мы вот привозили тогда птицы. Поэтому надо сейчас будет зацепить прицеп и поехать посмотреть. Возможно, привезу отходов сегодня. Сейчас машина чуть-чуть отогреется, потому что налить. Вот, сейчас мы прогреемся, поедем посмотрим. Думаю, что чё-ничего, но мы сегодня привезем. Дорога, конечно, вообще прям лед угольный. Еду 30 км в час. Тормозного пути почти нет никакого. Вот встречка. Тоже мужик сейчас долго выворачивался. Сейчас попробуем. Вот скорость 30. АБС щелкает. Это с пустым прицепом. А что будет сейчас, когда насыплю его? Конечно, не лучшая погодка, но и вариантов других у нас тоже как бы нет. Будем аккуратничать, не спеша, 20-30 км в час. Но медленно и верно будем двигаться к цели. Сейчас проверим еще разочек дорогу. Скорость, ну, ближе к 30 километрам в час. Сейчас вот до 30 пускай разгоню. Так, и жму тормоз. АБС прощелкало. Теперь вот тронусь. Получается плохо. Да, короче, опасная у нас сегодня дорога. Но благо, село на самом деле рядом. Далеко ездить не придется, как я в прошлый раз ездил, там где-то 17 километров за этими отходами. Сейчас все гораздо ближе. Но не спеша, не спеша, с такой дорогой потихонечку будем передвигаться. Так, до одного места добрался. Еще бы обратно теперь приехать. Он сосед. Грузится тут. Сейчас и я начну грузиться. Здорово, дядь Лёнь. Привет. Ну, расскажи, есть тут что? Немного есть. В чем покопаться, да? Да. А я там тоже у себя вон отрыл. Малешка. Конечно, это не то, что мы собирали по осени. Ранней. Но тоже есть, да. В чем порыться. Будем закидывать потихонечку. Здесь так вот, конечно, попадает гнилушка. Гнилушка всякая. И есть вот так вот тут семечки-то есть. Мальца в чем поковыряться. Но приходится так, кусками. Тут чуть-чуть ковырнул, там чуть-чуть ковырнул. И по чуть-чуть отовсюду выгружаем. Поэтому будем копаться. Здесь это все дольше, сложнее, но тем не менее бесплатно. Закидал прицеп, вспотел, как не знаю кто, конечно, в этой куртке жарко. Сейчас надо домой будет приехать, немного остыть, сырой насквозь весь. Конечно, ну, докопался, поверху много плохих,
таких отходов, прям уже с гнилушками, все. А там глубже-глубже копаешь, и семечки есть, так неплохо, в принципе. Вот, но я, наверное, один раз сегодня съезжу, не знаю, второй раз, наверное, не поеду. Что-то дорога мне это не нравится, вообще невозможная. По такой дороге как-то нужны бы они мне были, эти отходы с такой дорогой. Возможно, ну там всю неделю у нас обещают такую 0, плюс 1, минус 1. Посмотрю, может, выберу где-то дни, еще сюда доеду. Я думаю, тут все равно можно будет что-то покопаться, насыпать им. Птица найдет, что там поковырять в любом случае. Поеду теперь, разгружу все это дело. Травка зеленая растет под старыми отходами, которые Юлия Юрьевна согребла. Здравствуйте. Привет всем. А куда ты это хочешь? Здесь оставить. Накрыть надо. Можно даже, Саш, можно даже чуть-чуть вперед. Ага, все. О, травкой пахнет. Вот так, понял? Потрудились, в общем, на славу. Вот так решили сделать песочницу для кур. Только не с песком, а с отходами. Так, ЦСПшки разложили. Собрали, в общем, все отходы сначала, потом вот так ЦСПшками подперли и разровняли. Мне кажется, симпатично получилось, да? Да, песочница. Тем не отходница. Отходница для кур, да. Для кур. Будет чем покопаться. Кстати, реально, чтобы попробовать. Они сухие, мы, может, отсюда и возьмем потом, да, подстилку ему всыпем. Ну, посмотрим, копаем. Да. Мы сейчас какую-то грязь отсюда собрали, сейчас пойду перекопаю там в курятнике. А там лучше вилами копать, чтобы не все перекапывать, а чтобы оно перемешивалось. А, ну, может. Вот, сейчас мы, короче, это все накроем еще, попробуем. Вот, и будем пока отсюда им давать по чуть-чуть. Ну, как по чуть-чуть, каждый день будем насыпать, они будут копаться, что-то там искать, есть. Вот. А новые отходы пока давать не будем. Оставим их, возможно, в зиму там. Ну, как-нибудь разберемся с ними. Симпатично, короче, получилось. Нам нравится. Зато вокруг чисто. А что вы здесь делаете, молодой человек? Мучаюсь. Мучается, говорит. Так, не вымучаюсь. Какой-то пьедестал себе готовит. Да, чуть-чуть с ошибками, поэтому мучаюсь. Ну ладно. Да. Пойду покажу, что я делаю. Скорее покажу, что делаю. Кто подписан на мой инстаграм, кстати, ссылочка в шапке нашего канала, знают, что мы, наконец, запустили мою новую духовку, которая у нас простаивала 1,5 года после покупки, не подключенная. Вот, и поэтому себе можем теперь позволить выпекать, в принципе, все, что угодно, и знать, что ничего не подгорит, потому что в старой газовой духовке она у меня не убавлялась, ну, и сейчас не убавляется, в принципе. Вот, и плюс она еще маленькая размером, она двухкомфорочная, соответственно, духовка у нее меньше в 2 раза, чем у нормальной духовки.
Вот. И там, так как она не убавляется, там, в принципе, всегда подгорал низ, куда бы ты вверх, вниз не ставил бы, и там и соль сыпал. Ну, я уже об этом, по-моему, говорила на канале. Были советы сыпать соль, класть кирпичи. Соль там постоянно, кирпичи не пробовал. Ну, в любом случае, уже не хочу пробовать ничего. Новая духовка работает, радует. Правда, ей еще пока нет места. Вот она у меня. Она у меня стоит на полу. Ну, благополучно работает. А мы тут занимаемся вот чем. Знакомьтесь. Это печенье, кантучи называются, либо бискоти. Как говорят, самые вкусные сухарики в мире. Вот этим я занимаюсь почти все предыдущие дни. Неделю, наверное, точно. Может быть, больше. У нас есть заказ подарочных наборов с этими печеньями, а также с нашим вкусным медом. Так что вот... Стараюсь угодить заказчикам. Так что теперь у нас в доме намного чаще пахнет выпечкой, очень вкусной, ну и полезной, не подгорелой как минимум. А у нас вечер. Да. Настал. Короче, день еще один прошел, раскидались мы немножко с отходами. Ну как раскидались? То, что показывали. Впереди еще, я надеюсь, мы чуть-чуть поднавозим. Поднавезем. Или подведем узнавой. Юморист. Навозишь с ним? Поднавозим то, что ласка нам поднавозит. Ну, я это имел в виду. Да, накрыли мы, в общем, старый. Не показали, потому что стемнело уже. Старые, как отходы, да, накрыли. Новые тоже накрыли, но придется раскрывать, потому что еще повезем. Да, раскрывать, и накрыто у нас и накрыть толком уже нечем. Там так это, как накрыто все. Шифером накидали. Корявенько. Потом покажем, может. Вот, да, потом... Чё, мучился я с чем это, с пьедесталом ты его назвала? Да, показывай. Короче, это вообще все было для того, чтобы хотя бы вот этот вечер записать, и в дальнейшем можно было вообще записывать видео здесь из дома, так назовем это из нашей новой локации, которую мы открыли для нас. Из нашей любимой комнаты теперь. Да, сейчас я вам покажу, что я сделал. Вот что. Это, короче, наш прожектор с фольгой. Фрекенбок. Это наш свет. Вот, короче, завостырил я вот так прожектор. Он у нас тут даже он регулируется по яркости, если что. Вот. Ну, а теперь мы можем писать видео вот отсюда. Дома, да. Да, кстати, стенку белую эту мы планируем еще украсить. Наверное, так это назовем. Ну, мы, короче, вам давно, еще весной обещали... По-моему, был в феврале. Нет? Разве? Да. Ну, короче, где-то короче, там. Я помню, что... Нет, это было видео, где мы купили дом за 200 тысяч, по-моему. Это весной было? Да, мы там где-то на улице сидели, по-моему. Короче, суть в том, что мы вам обещали сделать карту подписчиков. И на тот момент, когда мы это обещали, у нас карта-то уже была. И мы очень хотели ее сделать, но нас затянули... Нас затянула бытовуха. Будни деревенщины. Да, нас затянули наши будни, и мы, короче, с этой картой ничего не сделали. Вот сейчас планируем ее, ну, может, не прямо сейчас. Да, вот, в ближайшем будущем. Я думаю, за зиму мы точно найдем это время. Сейчас мы как раскидаемся со всеми птичками, заказами, медом. И прям вот тут повесим карту подписчиков наших. Будем отмечать ваше местожительство. Да, и будем на ней указывать место расположения, грубо говоря, наших подписчиков, которые вы указывали в том самом видео. Кстати, и новые подписчики можете под этим видео указать. Под этим? Или на то отправим? Да, ну, в принципе, вот тут ссылочка тогда будет. Можете там написать. Мы, чтобы уж не путаться наверняка. Да. Что еще? Мы, короче, а ты говорила, что ты делаешь за печенье? Куда? Зачем? Ну, я говорила, да, что у меня заказ есть. Вот. У нас, короче, заказ просто на Москву. Такой вот, на подарки новогодние. Ну да, подарочные наборы будут. С медом и с печеньем. Да, вот. И, соответственно, у нас решался вопрос, получится...
ну, вернее, мы хотели отправить данные наборы в каким-либо образом. Сейчас у нас стало понятно, что мы повезем данные наборы сами. Соответственно, мы едем в Москву. В Москву мы едем ориентировочно в середине декабря. У нас ничего нет, чтобы привезти кому-то, и мы имеем в виду птицы, яйца, все расписано вообще. Ну, мы, в принципе, этот год и не планировали вообще на Москву. То есть, на будущее, если вам интересно, мы в Москву ездим, и, начиная, наверное, со следующего года, мы планируем и на Москву также расписывать изначально птицу, чтобы привозить ее вам. В этот раз мы едем очень быстро, одним днем, на конкретный маршрут и обратно. Маршрут на конкретный адрес даже. Да, на конкретный адрес, прямо туда и обратно. Нам надо постараться в течение там, суток, полутора максимум вернуться обратно домой. Вот. Поэтому единственное, что можем вам предложить, это снова наш мед. Мед у нас еще есть. Наш вкусный мед. Вкуснейший мед. Вкуснейший, натуральный мед. И он, кстати, даже не наш, он пчелиный вообще. Да. А потом уже наш. Да. В общем, если хотите, можем мед захватить с собой. Но единственное, мы прям, наверное, даже отклоняться от маршрута не будем, потому что мы пока даже не знаем точный адрес. Если все сложится и все получится, мы едем туда-обратно, и можно будет ну, договориться, где-то пересечься, если кому-то интересно на самом деле. Вот. Ну, соответственно, об этом тоже пишите. Пишите в наши соцсети, у нас в шапке страницы нашей указан... Ссылка на меня ВКонтакте, на Юлю в Инстаграм и на все наши, как это назвать, группы в социальных сетях. То есть наш контакт, наш Инстаграм и наш Фейсбук там есть. Поэтому кому где удобно, можете нам написать, мы, соответственно, ответим. Вот. Ну, да? Наверное, в группе в Инстаграме в своей, да, за несколько дней напишем. По-любому, инсту, то есть... И дату, когда мы поедем, когда мы будем знать точно. Мы же в прошлый раз, когда в Москву ездили, в сентябре, кто за нами наблюдал, видел, да, мы сторис вели, поездки. Там не сильно много сторисов у нас было. Ну, тем не менее, мы как-то что-то показывали, да, то, чего нет на Ютубе, то есть можно видеть как-то, если подписчиков будет много, будет вам больше сторисов. Понятно? Ну, в общем, мы заранее, там, когда будем точно знать дату и... адрес. Да. Мы там в сторисе, как не в сторисе, а, ну, либо пост будет, либо сторис. Ну, какой-нибудь маршрут заранее напишем просто, наше, да, движение, сообщи, где с нами можно будет пересечься. Точно это будет кто там, М4 Кашира, платная дорога. Вот. Наверное, нужно обозначить дату, до которой можно заказывать, чтобы мы потом перед отъездом не бегали, не накладывали мед. С ума не сходили. Да. Ну, наверное, давайте числа до 12. Да, где-то 10-12 декабря, это прям край, когда можно заказать. Тогда принимаем заказ на мед. Ну, опять же, на Москву, на личную доставку нами, когда мы поедем. То есть, все остальное почтой мы по-прежнему отправляем, транспортным компаниям мы по-прежнему отправляем. В Тамбов по-прежнему возим. Да, то есть здесь ничего не поменялось. Это просто для тех, кто хочет, чтобы мы вот приехали в Москву, там передали, если получится встретиться. Да. Чем у нас еще из новостей? Все. Коты спят. Да. Да. И мышей ловят. И мы тоже спать пойдем, да? Да. Пойдем и спать. Пора. Короче, всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца, кто поставил лайк или дизлайк, пишите ваши комментарии, а мы вас всех обняли. Пока-пока. А что, можно, да? Приставать нельзя. Ты уже пишешь? Нет. В смысле нет? Это она так делает. Она мигает. Это она прикалывается. Что делать? Можно спинки? 3, 2...